Всем привет! Давно хотел прокачать что-то побольше. И вот появилась такая машинка-самокат. Хочу сделать с нее музыку. Поставлю систему 2.1. Вот такие вот высокочастотники, среднечастотники. Сабвуфер, такой вот эквалайзер из старого проекта. Он тоже есть на видео. Там прицеп с музыкой для модели. Такой вот. Также система 2.1 это микролаб. Микролаб М310. Вот, но он тоже у меня, по-моему, была. Я не знаю, видео есть, нет. Там был проектик. Там и 2.0 система стояла, и вот это 2.1. Не помню. Это Volkswagen Жук 69 года. У него я фары сделаю, соответственно. Перекрашу, скорее всего, и эквалайзер будет в заднем окне стоять. Вот. Тут много места. Сабвуфер, я думаю, вот тут вот будет в ящике. Где будут динамики, пока не знаю. Возможно, в переднем окне два будут. Также я не знаю, сколько стоит, но, может быть, куплю, поставлю автомобильную, громкую такую, бибикалку. Вот. Так что пока такие вот планы на машинку. Не знаю, куда начну делать. Ну, номера свои сделаю с подсветкой. Вот. Подсветку неоновую, возможно, сделаю. Не знаю. Так что ждите видоса. Спасибо за просмотр. Пока.